Не будите малыша. Что-то черное. Его не вижу, Полибас. Эмиль. Ладно. Не надо, не буди, пускай спит, отсыпай. Черныш нагулялся, Андрей. Убери штаны-то. Извините, снял и кинул на пол. Ну это вообще, да что это? Мать уберет. Сейчас беру. Поздоровайся. Здрасте. Нормально. Ну здрасте. Здрасте, школе. Всех с наступающим 8 марта поздравь. Да. Куц свой оголил. Давай. Поздравляю. Поздравляю. Нормально, Эмиль, ну хватит, я не буду снимать. Поздравляю всех с 8 марта. Встань, жопу подними свои пузо. Поздравляю всех с 8 марта. Тебе скоро вот стричься надо, когда деньги будут. Даже реже заговори. Ну ты все такие маленькие, все спят. Ты чё? Ну, глянь. Глянь, нет, меня сосать пытается. Помыл меня, чё, неплохо. Чё, ногу задрала? Чё-то страшное скрипит. Дверь. Ладно. Надо смазать пути. Тут всё скрипит. Рижин, да никто тебя не отнимает, твоих детей. Вот этот самый красивый, наверное, из всех. Кто? Ну вот этот вот трехцветный девочка. Ну-ка, что ты так давишь-то? Ну, аккуратно. Ты глянь, до конца не открылись. Просто гноится, наверное, немножечко. А так у нее открыты были глазки. Ой, ты будешь такая пушистая. Ну-ка, остальных ты покажи всех. Сиську пускай пососут. Они же как яро. Яро моет, блин, как все. Яро прям. Мамань. Дрижин, да все, у тебя все... Все чистые просто уже блестят. Какие у тебя тут еще-то? Дай поглядеть-то, жадный. Вот у этого полнос черный, полнос белый, по-моему, как сердечко, что ли, прям. Да и тих ты, орливый какой. Режим, ты убьешь своих детей. Да, черныш, убьет он их своих.